Динамика основных социально-экономических показателей, которые сформировались по итогам 2012 года, позволяет констатировать, что все-таки все основные показатели сохранили положительную направленность по отношению к уровню 2011 года. Прогнозируем на 2012 год рост индекса потребительских цен 104,8%, фактически составил 104, то есть ниже прогнозного, а также ниже среднероссийского уровня на 2,6%. Несмотря на сокращение производства базовой отрасли экономики региона, по предварительным оценкам объем валового регионального продукта в абсолютном выражении почти на 19% превысил объем 2011 года. И можно, наверное, с удовлетворением констатировать, что 2012 год для Ямала явился таким знаковым. Именно по итогам 2012 года ВРП, региональный продукт, превысил 1 триллион рублей.